взяли с Аленкой на прокат пару великов. Дети не захотели с нами ехать. Они сказали, что будут купаться в бассейне. Сейчас прокатимся до сочинского, до сочинских олимпийских объектов, посмотрим на них. Мы заехали на территорию Олимпийского парка. Хотим подъехать сначала к факелу, посмотреть на него. А вот это, походу, фишт или как там? Большой довольно-таки факел, по телевизору он таким не кажется. О, да тут еще и бассейн в нем. Так. Это стенд медалей. Все заработанные или как? Получается, может, тут не только наши. Как там? Так и есть. Виталий Лукьян. Кстати, за забором проходит автодром Формулы-1. Это вот мостик, чтобы перейти трассу, по которой проходит Формула-1. Трибуны для Формулы-1. На крыше стадиона Фишт, где проходило открытие и закрытие Олимпиады. Ну, я отсюда вижу, что-то там вырабатывают, что-то строят, доделывают, переделывают. Опечаливают пустые флагштоки. Можно было бы оставить флаги, наверное. Как-то так скучновато.
Напоминает ВДНК немножко. О, на какой штуке можно посмотреть. Вот мы и посмотрели на этот Олимпийский парк. Едем обратно в отель. Как я и обещал, мы сейчас поедем на Розу Хутор кататься на подъемнике. Будут видны бассейны, где разводят форель, и янтарную, и радужную. Вот посмотрите с правой стороны, вот они бассейны. Их очень огромное количество. Первая остановка у нас будет Скайпарк. Это, наверное, слышали, да? Да. Самый длинный пешеходный мост. Протяженность его 439 метров, высота 207 метров. Вот мы вышли возле Скайпарка посмотреть на него, на этот мостик. Прогуляться по нему 1000 рублей. Спрыгнуть с него, внимание, 17 тысяч рублей. А? Смотри, вот это я понимаю, вот это речка, да? Не то, что в Геленджике там были речки. У вас их нету. Продолжается наше движение к Розе Хутору. И мы делаем иногда остановочки на красивых местах. Сразу справа. Обратно мы по той дороге поедем. Кстати, почему я вам сказал вот за эти все тоннели, то, что были построены, больше строились больше 7 лет. Почему я, вернее, это сказал? Вы видели Олимпийский парк, да? Вот все, что там было построено. Вот все эти коттеджные поселки, все гостиничные комплексы, все олимпийские объекты, все развязки, вот эти дороги с тоннелями, плюс Красная Поляна, Роза Хутор, Горки город, все, что строили к Олимпиаде, вот все построили за 3,5 года. Представляете, да, масштаб строительства? Я просто вот сейчас иной раз, когда вспоминаю, честно говоря, до сих пор волосы дыбом становятся, потому что просто город стоял весь. Вот как говорят, когда вот пыль столбом стояла, тут не только пыль, тут и как его, цементная пыль стояла,
столбом, поэтому просто... Натерпелись. Да. Ну, с другой стороны, видите, зато без минусов и плюсов не бывает. Да. Так не бывает, чтобы все проходило гладко. Еще одну остановку сделали, называется «Медвежий угол». А там минералка или просто там какая-то? Нет, именно минеральная, именно минеральная. Вода, лечебная вода. Здорово. Вот смотрите, вода одна, но очень много, видите, да? Ага. Так что можете, да, набираете воду здесь, со стаканами сначала попробуйте. Вот написано, лечебно-столовая, все, что в ней присутствует. Тогда набираете, набирайте только. Я боюсь, что воду после живой. Там, когда принесете, я вам именно достаточно засыплю. Почему я это делаю? Там железо присутствует, она просто через час помутнее. Ага. Такое ощущение, что вы набрали ее в болото. Прям аква минерале. Газировочка, да. Ага. Ну, больше 2 стаканов за раз нежелательно. Я смотрю, там уже не помогает. Мы набрали вот такую 5-литровую баклажечку минеральной водички. По вкусу напоминает аква минерале газированную. Ну, так, с небольшой примесью каких-то минеральчиков. Вкусненькая очень. Что? Министр он сразу возьмет, он же сказал, а потом... А где он? Этот мост строили для Николая II в 1902 году. Или не второго Николая. Ну, короче, для какого-то Николая, в общем, в 1902 году. Здесь проходила царская дорога к Розе Хутор. Ну, раньше Роза Хутор не была той Розой Хутор, какая она есть сейчас. Вот такой вот классный мост. Я рискну, пройдусь по нему. Аккуратненько, чтобы посмотреть на водопад. Не на водопад, на речку, прошу прощения. Близко подходить, рисковать не буду. Посмотрели на мостик, едем дальше.